Соратник Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новую протестную акцию на 14 февраля. Привет, ребята, ребятунчики. Я представляю, как это будет выглядеть. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам даже прям. Сегодня, правда, не 14. Вот, смотрите, двор. Двор, да? Ну, московский двор. Может, конечно, Волков давно в Москве не был. Представляете, так, 8 часов вечера выходишь, зажег фонарь. Славик, выходи, пиво пить будем. Ладно, это, конечно, шутки. Но, блин, дворы-то разные бывают. Я, с одной стороны, конечно, ну, акции, я не знаю. Блин, ну, а что такого? Ну, выйдут фонарь, это, как говорится, повключают, посветят. Но это, я еще с одной стороны пойму, если там где-нибудь к дороге, да, подойти, ну просто на тротуарах там встать. Ну не знаю, как по мне тогда, допустим. Во дворах, блин, ну. Реновация где, да, ну он там говорит познакомиться. Ну где реновация, конечно, можно с новыми соседями там познакомиться. 8 часов в день влюбленных, блин. Реально какая-то смешная новость. Я даже не знаю, что добавить. Но вы видели, да, двор тут километр на километр. Посередине детские сады и школы. Другое дело, вот акции в поддержку Путина. Вот это вот мы можем, блин, вот это да. Блин, ну это реально цирк просто, блин, отдыхает. Я тут смотрел, это, короче, я не знаю, что там за предприятие, чем они там занимаются. Вот это вот, блин, сейчас я вам покажу. И это знаете, что такое? Это офис, ребята, офис. Там единственное, что я удивился, почему они компьютеры в золото не покрасили, столы, тумбочки, да и вообще вот прям персонал можно было, прям заходишь в офис, одел на себя эту, как ее, как вот эти вот при царе, это при дворе ходили в этих, блин, еще париков не хватает, белых, блин, и все, и выходит прям этот, блин, самый главный, прям вот все, прям, блин, корона с короной, блин, и с этим, и сидит на троне, а тут все работают. Блин, ну реально, ну цирк, да? Ну вышли там, ну вышли, прошли строем, маршем. Я не знаю, что они там кричали, не кричали, это на видео, а может кричали, я не знаю, я так посмотрел без звука, там все понятно. И выстроились надпись «Путин, ой, этот, Путин наш президент», во. Блин, ну это вот это прорыв. Такую надпись написали, что нас, наверное, даже было видно с космоса. Видно было с космосом. Блин, это цирк. Я вот читаю, да, вот, блин, это, там вот собрались, что-то заблинкался, да? А, это, там собрали, говорит, в соцсетях пишут люди, а мы не знали. Там собрали, мы не знали. У нас вся страна такая, понимаете, у нас проголосовали, а за что проголосовали? А, не знаем даже, ничего. Вон, по Конституции, да, я вот кому-то говорю, там, в Окурче, там, поправка была, раньше медицина была написана вот бесплатная, да, каждый гражданин имеет там туда-сюда. А сейчас доступная, нормально, пошли все, проголосовали, блин, строим прям. Самое главное, я даже не удивлен, что еще пойдут голосовать. То есть даже говорят, что там мы там сфабриковано, ну, понятное дело, там, тем более еще денег под это дали. Сейчас же выборы еще будут. Вообще, я вам 100% говорю, 2/3 будет депутатов из Единой России. Они сказали, партия сказала, значит, сделаем. Даже песня какая-то была. Сектор газа, по-моему. Мы Америку догоним, сомневаться нечего. Если партия, я сказала, дело обеспечено. Будем строить коммунизм, ну и так далее. Ладно, ребят, на этом пока все. Давайте, пока. Ой, блин. А, я забыл сказать, половину от 1000 мы уже собрали подписчиков за 4 дня. Нам надо еще за 4 дня еще столько же. Давайте, пока, удачи.